Всем привет! Давайте проведем ритуал по продлению жизни нашего маникюра и позаботимся о ручках. Нам понадобится теплая вода, комфортная для вас температуры, морская соль и эфирные масла. Я выбрала эфирное масло лаванды, так как оно снимает воспаление и покраснение и одновременно успокаивает, и эфирное масло иланг-иланга, так как оно имеет приятный аромат, расслабляет, а также регенерирует кожу и укрепляет ногти. Соль является эмульгатором для эфирных масел, однако не ждите, что эфирки полностью растворятся в воде. Также, как известно, морская соль укрепляет ногти. 7-10 минут держим ногти в ванночке, после чего стоит нанести питательную смесь на кутикулу и ногтевую пластину. Для приготовления питательной смеси нам понадобится любое базовое масло и эфирные масла. Я выбрала мяту и чайное дерево. Мята повышает защитные функции кожи и успокаивает ее, что актуально после обрезания кутикулы. Чайное дерево – антибактериальное и ранозаживляющее эфирное масло. Наносим смесь на ногти и оставляем ее на 5 минут. Затем убираем лишнее масло салфеткой. Возьмите за правило выполнять всю домашнюю работу, которая требует соприкосновения с водой, в перчатках. Это сохранит кожу ваших рук и маникюр. А чтобы совместить приятное с полезным, нанесите на руки крем и облачитесь в косметические перчатки. Я предлагаю добавить в ваш любимый крем капельку эфирного масла, чтобы придать ему дополнительные регенерирующие свойства. Бывает так, что кожа на пальцах вокруг ногтя трескается и шелушится. С этим я борюсь с помощью такого бафа, который напоминает нежную наждачную бумагу. Как ни парадоксально это звучит. Я счищаю грубевшую мертвую кожу, делаю скраб рук и наношу питательный крем. И это работает. А как заботитесь вы о своих ручках? Жду ваших комментариев внизу. Всем пока-пока!